Я совершенно открыто должен сказать, как о патриарх, который призван говорить правду, не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, ни пропагандистские акценты о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, Ваше Величество, великан, светило. Да ладно. Ух, король. Ух, умница. Ида, дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза.